Добрый день. Мы в своих роликах пытаемся освещать различные сферы культурной деятельности, в основном музыкальные, и просто не должны забывать о группах так называемого второго эшелона. Но вы понимаете, второй эшелон — это очень условное понятие. Да, есть такие моменты, как попадание в хит-парады, признание широкой общественности, выдающиеся достижения, награды и премии, но есть масса интереснейших групп, которые, что называется, звезд особых с неба не хватали, но их творчество, даже при достаточно беглом изучении, позволяет сделать определенные выводы. И самое основное, что бездна музыкальных идей, бездна хорошей музыки и просто во многих случаях лишь дело всеобъемлющего, всеохватывающего, никуда не девавшегося фарта не позволило им прорваться. Одной из таких групп является американская группа Manila Riot с ихним лидером, бессменным лидером Марком Шелтоном. Марк Шелтон — очень интереснейшая фигура на музыкальной сцене. К сожалению, он умер, что называется, буквально в работе. Отыграл 26 июля 2018 года очень хороший концерт в Германии и готовился через 2 дня выступить на крупнейшем металлическом фестивале, на котором, я уверен, многие из вас бывали, который проводится ежегодно, только из-за пандемии не было. Wacken, фестиваль Wacken, культовый металлический фестиваль для любителей тяжелой музыки, куда съезжаются народ со всего мира. Это буквально столпотворение металлхедов, любителей хард-рока, тяжелого рока. Так вот, у Шелтона была такая жизнь все время. Он либо был в студии, либо в турах. Группа эта образовалась в 1977 году, Manila Riot, в штате Канзас, город Уичита. А что такое Канзас? Давайте немножко напомним. Канзас — это так называемый библейский пояс, сельскохозяйственные угодья, крупный рогатый скот. Люди, которые там живут, обычно чрезвычайно религиозны, труженики, и о тяжелом роке речи там быть особо и не может. Их интересует более всего кантри-музыка. Например, такой исполнитель, как Гарт Брукс. Да, кантри-альбомы там идут на ура. Продажи и так далее. А хард-рок со скрипом. Так вот, Шелтону в этом плане немножко повезло. Он родился в музыкальной семье. Мама была у него профессором и педагогом. Музыкальным. Музыкантом. И фактически с молодых лет, еще с 4 лет, Шелтон начал обучаться вокалу и фортепианному искусству. Достиг определенных успехов, ну, с учетом юного возраста, конечно, но, как он сам вспоминал, его тянуло больше к барабанам. Ему казалось, что барабаны — это более мужская музыка, более такая, знаете, маскулинная, больше такой подход животный, там вся энергия и так далее. Но это, наверное, где-то и справедливо. Еще с учетом того, что семейство Шелтонов по мужской линии было исключительно военным, поэтому сам Марк отслужил в морской пехоте. А это, вам скажу, войска не очень такие серьезные войска. Там подготовочка — это не радистом сидеть где-то. Поэтому, в общем-то, когда он ушел на дембель, говорит, и приехал в свой Уичита городок, он был готов всем оторвать головы и повырывать языки, как он дословно говорил, потому что у него была такая накопившаяся злоба. Но до своей армейской службы он, в общем-то, окунулся, что неудивительно, в музыку Beatles. Первый альбом его приобретенный, он помнит до сих пор, это был Meet the Beatles. Конечно, это были мгновения радости и счастья. Просто
какое-то, он говорит, вдохновение получил на всю жизнь. Первые его опыты были сделаны после образования группы Manila Row в 1979 году. Они уже созрели для того, чтобы записать демо-кассету, которую назвали Underground. Но она была такого плохого качества, что ни одна из студий грамзаписи, куда они подправляли свой материал, не отреагировала аж никак. Но вы знаете, и по нашим роликам в том числе, что существует определенный способ. Если тебя не хотят издавать, печатать, выпускать, попробуй это сделать сам. И Шелтон и сотоварищи объединили скромные финансовые потуги. Слава богу, это было не очень затратно. И создали свою студию записи, маленькую, обозвали ее Rochester, и записали там альбом под названием Invasion. Это был их не дебютник, 1980 год. Invasion — это, конечно, сильнейшее влияние группы Hawkwind. О Hawkwind у нас был совсем недавно ролик, обратите внимание. Поэтому это такая получилась смесь хард-рока, прогрессива и космических таких наложений, спецэффектов. В общем-то, такой утяжеленный вариант Space Rock. Это, конечно, не Hawkwind, но тем не менее. Как вспоминал сам Шелтон, его самый часто задаваемый вопрос на пресс-конференции, что такое Manila Road? Действительно, Манила, мы знаем, это столица Филиппин, город. Роэт — это дорога, какая связь? А оказывается, никакой связи тут с Филиппинами нет. Просто говорит, как-то они смотрели по телеку Монти Пайтон, это английские эти шутники великие. И, в общем-то, у них это было где-то прозвучало словосочетание. И они подумали, что Манила Роуд, вернее, говорит, мы были в состоянии алкогольного опьянения, у нас ассоциировалось почему-то с дорогой света. И вот они говорят, когда вы говорите Манила Роуд, подразумевайте, что это дорога света. Ну, и мы будем считать, что это дорога света, потому что музыка этой группы от альбома к альбому становилась все время очень интересна. Следующий альбом вышел у них под названием Metal в 1982 году. Даже из названия видно, что он был более тяжеленький. Но он был еще не прорывный. А вот прорывный альбом до сих пор многими фанатами группы Manila Row считается ключевым и самым лучшим. Это Crystal Logic, 1983 год. Как раз там все совпало. Хорошая очень подача, интереснейшие тексты и мелодии. Все дело в том, что у Шелтона, когда вы будете прослушивать эту группу, если дойдет до этого, вы просто можете почувствовать массу всеразличных заимствований. Но это не значит, что это великий компилятор, у него там своего полно. Но у него просто очень широкий круг был прослушки. Он говорит, что самое сильнейшее подростковое впечатление получил, когда к ним в город приехал в 1971 году. Говорит, мне было 13 лет, и я попал на концерт Black Sabbath. Как раз они были в туре Paranoid. Говорит, я весь вечер простоял завороженный перед сценой и понял, что это мое. Особенно он просто, говорит, рот не закрывался, глаза выпучил, на Тони Айоми созерцал. Ну, я представляю, конечно, для подростка это был вообще не то, что удар обухом по голове, а наверняка сильнейшее впечатление, конечно. И вот эти ориентиры у него, Black Sabbath, Deep Purple, UFO, Rush, Hawkwind, Eurohip, все эти группы у него были еще множество, и потом и Judas Priest, и Iron Maiden, в общем, вот такой вот адский замес. Еще надо учитывать, что он был очень знатным чтецом. Поэзия у него интереснейшая. Он, например, большой поклонник Эдгара Алана По, Лавкрафта, Роберта Ховарда, всех, которые писали в мистическом, в таинственном, фэнтезийном жанре. Поэтому, в общем-то, это и чувствуется. Критики до сих пор спорят, откуда возник такой стиль, как эпик метал, эпический метал. Почему? Потому что вообще-то многие считают основоположником этого стиля группу Manowar. У нас их называют проще Manowar. Так вот, вообще-то это не оспаривается, но Шелтон все-таки, наверное, был впереди Manowar. Но так как он
не был таким мейнстримовым, как группа МНОВО, то и за ними остался приоритет. Почему Shelton не попал в хит-парады? Давайте дадим этому объяснение. Во-первых, очень своеобразная настройка звука. Когда вы послушаете эту группу, у них звук выстроен не так, как у других. Специфический вокал. Но если вы, поверьте, примете его вокал, его звук и почувствуете бездну мелодии, то это ваша группа. Рекомендую начинать с альбома 2013 года «Mysterium», особенно закрывашка, которая так и называется. Очень хороший, конечно, Crystal Logic 83 года и Open the Gates 1985 года. Были периоды у группы в 90-м году и в 80-х, когда в 80-х они с элементами трэша играли в конце, в 90-х даже элементы дэт-металла вставляли. Но вот последний альбом To Kill a King вышел в 2017 году, это был их 18-й альбом по счету, и, к сожалению, на этом, в связи с смертью Марка Шелтона, группа свою деятельность прекратила. Но обратите на нее внимание, сейчас возник определенный ренессанс его творчества, выпускаются трибьюты, записанные знатными музыкантами, проводятся фестивали в честь его памяти. Это очень интереснейшая группа. Особенно обратите внимание, если нас ненароком смотрит кто-то из начинающих, молодых музыкантов, это просто, если у вас кризис творчества, то это вам настоящее будет открытие. Можете просто получить действительно мотивацию, хорошие толчки, что в партии гитарных Шелтона, что бас, ритм секции, ударные у него всегда были хороши. Единственное же говорю, предостережение – это звук. Примите звук вокал, группа ваша, мы в этом не сомневаемся. Спасибо за просмотр, всего вам доброго.